Дудагло на Кройтору, видимо, перенес. И таким образом, не участвовавший в этих тактических маневрах, Геннадий Дудагло выходит к весу. Интересная страна Албания. Не знаю, говорила во время первого репортажа о женщинах, когда о женщинах рассказывал или нет, но здесь в Тиране только 7 тысяч бункеров. Да. Посмотрим, как Дудагло стартует. Очень решительно и с запасом, но сейчас все правильно только вытолкнуть. Да. Немного сыграл локоток левый. Так все нормально. Итак, поздравляем с нормальным стартом Геннадия. Игорь Боур пока даже близко не виден. Даже за горизонтом он решил начать со 160 килограммов. Он уступает 3 килограмма Валентину Христову. И Христов со 165 во втором упражнении. А Боур будет толкать 160. Поэтому Дудагло, Крейтору и Фердиназив, который на 148 пошел, вот сейчас главные участники всего этого. Что такое бункеры? Ну, известно, что руководитель Албании Энвер Хаджа, вот, который еще при Сталине, последователь Сталина, затем рассорившийся с Никитой Хрущевым, настроил бункеры в своей стране. Албания готовилась, в том числе и к атомной войне, готовилась к агрессии. Когда начались сложные времена и экономический кризис, и масса политических перипетий, которые сотрясали Албанию, как и всю Восточную Европу, не скажу постсоциалистическую, хотя Албанию называли коммунистическим государством, оно скорее было закрытым. Ее даже с КНДР нельзя было сравнить, это было мега закрытое государство. Но перемены пришли и туда, и вот эти бункеры очень пригодились людям, которым просто негде было жить. Вот так вот была решена судьба проживания. Ну, а мы пока наблюдаем за Назифом. Перди Назиф. Долго как-то. Натискай, натискай! Так мог и выскочить локоть. Мне показалось, что до такой степени покраснели, даже до раскаленного. Мышцы и узлы на теле. Ну, естественно, локоть. Смотрите, сейчас... Нет, когда, если будет повтор не сбоку, а спереди, было видно, каким чудовищным напряжением дается фиксация веса во второй фазе упражнения. Но все же получилось. И хватился за спину атлет. Может, в этот раз и обойдется. Защемление, по крайней мере, быть не должно, но, с другой стороны, именно защемление вызывает болезненные ощущения. Штанга растет, тяжелеет, она меняется. И у нас приближается уже 150 килограммов. Первым на этот вес выходит все тот же Геннадий Дудагло, у которого 145. Все получилось. И если он сейчас сможет ее толкнуть, то его сумма составит 275 килограммов. У Геннадия Дудагло за всю его карьеру только один раз было больше. В Париже на чемпионате мира 2011 года, когда он занял довольно низкое 15 место, но все же показал хороший результат для себя, 277 килограммов. В Казани у него было 250, но там был вес до 56 килограммов. Нет, не смог Геннадий Дудагло с ней справиться, и поэтому остается на уровне 270. Даже ногу подвернул, оступившись назад. Осталась последняя попытка у представителя Молдавии под номером 2. Ясно, что, наверное, скорее за общие заслуги семейства Дудагло, ну и кроме того, за несгибаемый характер, за то, что на Геннадия можно положиться, знать, что какие-то зачетные очки он все равно получит. Ну, а может, просто как поддержку Игорю Боуру, у которого, еще раз напомню, был огромный перерыв в выступлениях. Заявили здесь второго атлета молдаване, но
большого успеха у него не будет. Я ни разу не рассказывал о том, как завершились соревнования в группе «Б». Сейчас скажу. По 260 килограммов в сумме продемонстрировали грек Артура Сокритидис и испанец Иван Гарсия. У Акритидиса 110 плюс 150, у Ивана Гарсии 115 плюс 145. Но золото, малое золото, воображаемое, естественно, просто победа в дивизионе «Б», в группе «Б» досталось Греции, поскольку Акритидис очень легкий, слегка тяжелее 61 килограмма. Ну, 260, как вы понимаете, это совсем не показатель для группы «Б». В этот раз, в отличие от прошлого чемпионата Европы, где возникали вопросы в Анталии, в этот раз, по крайней мере, уж к чему нет претензий в Албании, так это к этому. Все очень правильно. Пока атлеты группы «Б» оказываются там по справедливости. И те, кого выбрали в сильнейшую подгруппу, подтверждают свой класс. Геннадию Дудагло, ну, ясно, что чего уж тут добавлять-то, дай бог с этими 150-полутора центнерами справиться. И поэтому единственное, что ему в помощь, это 2 минуты, которые положены по регламенту. Скуала, скуала. Спину держи. Кричат ему: спину держи. В этот раз, да, все в порядке. Ходила штанга в руках, но так, микроскопически. В общем, все-таки 275. Пока, кстати, лидер Геннадий Дудагло, и поэтому все наши предположения, все то, что я так опрометчиво высказал, что вот, не участвует ни в чем, это догадки. Бывают самые разные ситуации на помосте, и предсказать, что будет дальше, я не знаю. Единственное, что можно предсказать, это то, что сейчас Крейтору появится. Надеюсь, наконец-то, опять же, игра с весами мне недоступна. Висит обыгрывающий веса онлайн. Ну да, Крейтору. Поэтому остается догадываться только, будут ли там переносы. Изначально Крейтору шел на 145, но вот так мы до 150 добрались. Да, Флорин! Крики «Да, Флорин!» Да. Ну, это совсем не дело. Не будет засчитано, мне кажется. Хотя, смотрите, силушка-то есть. В конце концов, правила, отношения судей, места – это важно. Но для атлета еще важно, справился он с весом или нет. Флорин и Анут в итоге все-таки справился. Кстати, два арбитра его пожалели, и вес 186 килограммов. У него было 135, напомню, после первого. И сейчас вот 100. Еще полтора центнера. В итоге 286. Это абсолютное лидерство. На 11 килограммов больше, чем у Геннадия Дудагло. Здесь борьбы и быть просто не может, потому что Геннадий уступил Флорину 10 килограммов в первом подходе. А что же Валентин Христов? 165 он зарядил для первого выхода на помост. Шанс Игорю Боуру на медаль даст только то, что, ну, вдруг это случится с Христовым, если тот вдруг начальник не сможет вытолкнуть эту штангу. Нам Назиф показывает второго болгарского атлета. Не забывайте, есть еще Стоян Генев. Генев ждет 155, как и Зульфугар Сулейманов. А Фердин Азиф, видимо, сейчас появится на помосте. Он не торопится, 2 минуты у него есть. Некоторые члены жюри, мы это видим, вот присаживаются рядышком с первым рядом. Кто-то даже на первый ряд заходит к зрителям, поэтому их кажется больше. К сожалению, их совсем немного. Ну, в Албании народу там немного. Всего 3,5 миллиона населения. Так что
И страна вообще малюсенькая, более того, 70% территории горное плато. Очень хорошо поднялся Назиф, но вес, видно, для него предельный. Если сейчас... Ну что ты тянешь? Потеряно время. И снова держится за спину Ферди Назиф. Очевидно, выступает с повреждением. 151 килограмм. Ему не покорился. Да, болгары здесь выступают отдельной командой, но один из болгар, конечно, украсил бы и национальную сборную. Валентин Христов, как известно, согласно договору, подписанному достаточно давно, еще 30 ноября 2011 года, вместе с Баянкой Костовой за 400 тысяч евро, ну, такова сумма договора, стал членом сборной Азербайджана. Ну, а мы пока смотрим на тех, кто представляет только свое отечество. В частности, Флорин и Анут. Все, это конец. Заканчивает свои выступления. И мы сочувствуем румынскому атлету. Я думаю, что он не сможет продолжить, потому что прихрамывает. Хотя, чтобы не забаранить, может, еще попытается. Посмотрим, если перезаявится немного. В общем, наверное, стоило Крайтуру начинать со 145, именно столько он до начала писал предполагаемую предварительную заявку на второе упражнение. Собственный вес Крайтуру уступает только Стойну Йеневу и Ферди Назифу. Ну что ж, два инвалида у нас здесь борются, которые, прихрамывая и придерживая спину, все-таки продолжают неравный бой со штангой 151 килограмм. Только в первой попытке Назиф с этим весом справился. Молодчина, сколько смог сделал, но... У него, кстати, хотя бы баранки не будет, в отличие от Крайтуру. 148 и 274 в сумме. Геннадий Дудагло, наверное. Есть смысл здесь потолкаться немножечко с Ферди Назифом и опередить его. По крайней мере, именно сейчас он поднялся и, возможно, с места, и, возможно, поднимется на помост. Если только Крайтуру перезаявил. Посмотрим, чем ответит румын. Нет, появляется Йенев. Для Стойна это первый выход к штанге во втором упражнении. Стойн Йенев, напомню, 125 не смог порвать, остановился на 123 и был седьмым в первом упражнении. Здесь сразу так вот спокойненько заказал 155. Очень невысокого роста спортсмен. Как мы видим, богатырь настоящий. Мало кто из мужчин, чей вес... Чушь там, будем называть вещи своими именами, в два раза больше, с огромным, не всегда пивным животом, ну просто здоровые мужчины с лишним весом. Мало кто из них представляет, насколько тяжела штанга, которую стоит денег, чей собственный вес в два раза меньше, чем у них. Сейчас смог вытолкнуть. Немного грязновато. Левой рукой здесь полусогнутый локоть, но дожима не было. Засчитали так. Крайтуру тоже пошел на 155. А что ему еще остается? Забаранит, возможно, румынский атлет. И таким образом
Страна, у которой единственный представитель, единственная страна с единственным представителем в этой весовой категории, зачетных очков не получит. Посмотрим. Вот дает. Крики из зала дикие. Заглушают все возможные аплодисменты. Но они сейчас стихли, и аплодисменты прорвались. А Флорин Иоаннут таким чудесным образом своим 135, которые он смог порвать в третьем подходе, добавил 155 во втором. И его итоговый результат 298 килограммов. Мы записываем, отлично понимая, что 274 Фергин Азифа далеко позади. И уже как минимум шестое место у Краитору. Да чего там, понятно, что и Дудоглу он опередит, скорее всего. И вообще, может быть, даже остановится недалеко от пьедестала. Ну, посмотрим, что в итоге будет. Это уже Зульфугар Сулейманов готовится к выступлению. Сборная Азербайджана сотрясает самые разные неприятные вещи. Например, перед Олимпийскими играми, ну, вот так случилось, что обделили штангистов олимпийскими стипендиями. Кабинет министров Азербайджана перед играми в Пекине принял решение поддерживать и премировать специальными стипендиями всех своих атлетов. Но в отличие от других видов спорта, в тяжелой атлетике олимпийские лицензии, как известно, выдаются не отдельным спортсменам и даже не весовым категориям, а суммарно команде. И вот так получилось, что только 5 олимпийских лицензий, 5 спортсменов, а те атлеты, еще 4 человека, которые приносили зачетные очки на чемпионате мира в Таиланде, этих денег как бы не получали. И тогда азербайджанская команда и Зульфугар Сулейманов, естественно, входил в ее число. Число, кстати, 5 олимпийских лицензиантов. Приняла решение все деньги разделить с учетом и четверки помогавших им завоевать эти лицензии, зачетные очки. В частности, Асифу Мамедову, Намику Джамилову, Интигаму Закидову, Либею Самедову. Вот. Так что это пример хорошей атмосферы в сборной Азербайджана, товарищеских отношений. Деньги небольшие, но главное это, конечно, принцип. Главное чувство лодки. С этим в сборной Азербайджана все в порядке. И, наверное, поэтому, если кто и мешает, в частности, Зульфугару Сулейманову, то это он сам. Он это понимает. Времени у него в обрез. Но пошел отсчет 2 минут. Ну, правда, только 25 секунд позади. И вот сейчас на вторую попытку к весу 160 килограммов выйдет Зульфугар. Его сумма сравняется с тем, что в итоге показал Флорин Краитору. Зульфугар, конечно, планировал обойти его, поскольку он легче румына. Уже после первого подхода едет справа. Но в итоге не судьба. Я уверен, что получится со второго захода, но не будем говорить спортсменам под руку. Подождем. Кстати, Зульфугар Сулейманов в свое время, когда классно выступил в 2009 году на чемпионате Европы до 62 килограмм, помог удержаться на своем месте главному тренеру сборной Азербайджана, очень хорошему специалисту Вахиду Назарову, которого в итоге все-таки чуть позже сменит Янка Русев, а затем Злата Ванев. Но тогда качалось кресло под Вахидом Назаровым, но очень, кстати, стала медаль Зульфугара Сулейманова. Она, кстати, стала большой неожиданностью тогда. Сулейманов до этого никак не мог войти в призеры, хотя участвовал неоднократно. Молодец! Молодец. Ну и спасибо, что мой прогноз сбылся. Впрочем, было очевидно, что Зульфугар все-таки 290 этих в сумме установит. Видно, что гора с плеч свалилась, он даже выдохнул. Психологическое напряжение ведь тоже тренер за спортсмена не снимет. Я не знаю, как можно влезть в голову другому человеку и что-то там перекрутить, переделать. Ты сам на все настраиваешься. Да. Ну что ж. 274 килограмма в итоге у Ферди. 275 у Дудоглу. 290 у Краитору.
Ну и румыну уже не удастся подвинуть Зульфугара Сулейманова. Сулейманов обозначил себя как один из соперников Боура и Енева в борьбе за медали. Причем, я думаю, более успешного, особенно на фоне Енева. Хотя, кто знает, Енев, еще раз напомню, мастер именно толчка. А вот сейчас не получается. Первая попытка результативная на 155 килограммов удачно, а вот 161 не пошло. И пока у Енева 278, простите, 200, естественно. 278. Это, ну, понятно, что никаких шансов в большой борьбе, но попытка выиграть медаль во втором упражнении тоже дорогого стоит. Впрочем, это много. 161 килограмм. И, опять же, Крой Тору не добавит. Дудагло, конечно, тоже не добавит. Игорь Боур должен начать со 160. Валентин Христов со 165. Ну и не забывайте еще про неправильная таблица. Неправильно, особенно что касается Дудагло, того 275. Немножечко отстает от требуемого уровня еще и информационное сопровождение. Стоян Енев никого не пропускает, идет на шестикратное увеличение, но сумма будет всего лишь 284 килограмма. Ну, или будет... Или останется 278. Возможно. Стоян Енев на чемпионате Европы в Анталии в этом же весе шел на 167 в третьем подходе. Вообще, вспоминая все эти чемпионаты Европы, вот, например, кажется, совсем недавно, 2 года назад, в Казани проходило. Но вот я вообще никого не могу вспомнить из тех, кто сейчас на помосте. Так случилось, что тогда в категории до 62 килограммов соревновались почти сплошь рывкачи. И победил турок Буньямичезер. Ну а вторым стал... Виктор Антонио Гуччи. Ну а... В рывке, кстати, победил Мариус Диском. Вот... Третье место в общем зачете занял Русит Атак, еще один турок. Никого сейчас нет. Димитрис Минасидис тоже, по-моему, тогда соревновался. Вот. Он толкал штангу в сет. Ну, никого просто нет из тех, кто был тогда. Ничего, мы дождемся. И повторов, и самое главное, дождемся россиян. Весит до 69 килограммов, еще раз напомню, динамовец Олег Чен будет представлять Россию. Ну, а у нас небольшая пауза, которую я заполню, наверное, рассказом о Албании. Что меня все на Болгарии тянет? Наверное, потому что и в Албании, и в Болгарии одинаково люди отвечают «да» и «нет». Добраться в Албанию проще всего через Черногорию. Очень простое таможенное оформление. Правда, я не думаю, что очень многие люди хотят туда поехать. Чего уезжают из Албании многие. Албания – это страна гастарбайтеров. Почти каждый третий выезжает за границу за лучшей жизнью. Ну, у нас столица Албании – Тирана принимает эти соревнования. Кстати, столицей Тирана стала относительно недавно, в 1920 году, собственно, поэтому старинных зданий здесь практически нет. А в принципе Албания очень красивая, соединяющая удивительные образцы архитектуры, захватывающие дух. Здесь и мечети, и греческие православные церкви, и даже дворцы культуры в стиле сталинского ампира. Ну а мы возвращаемся на помост. Хорошая попытка. И в сумме, вот право слово, какая там сумма. Да, 299. Игорь Боур начинает очень хорошо.
Вот первый претендент на то, чтобы за 200 зайти. Кстати, еще раз за 300 зайти. Мировой рекорд далеко-далеко за 300. Ким Ун-гуку он принадлежит. Установлен в Лондоне. Спортсмен из Корейской Народно-Демократической Республики смог в сумме показать 327 килограммов. И, естественно, выиграл большую золотую награду. Сборная России в Лондоне, напомню, завоевала 6 медалей, что, в общем-то, чисто количественно ничуть не хуже, чем было до этого. Но, к большому сожалению, у нас нет золотых. Зато по серебряным мы план точно перевыполнили. Взял Давид Ригер на себя ответственность, как и Султан Каракотов, за то, что происходило. Может быть, это и правильно, ведь отвечает главный тренер, но массу нюансов, как, например, история с Акаевым и Клоковым, предусмотреть нельзя. Опять же, не стоит забывать, что не только мы одни хотим выиграть. Ну, принято решение, что Ригерт уже не возглавляет сборную. Ну, у Ригерта были периоды, когда он уходил и возвращался, кто знает. Как пел Высоцкий, такова вся спортивная жизнь. Лишь мгновение ты наверху и стремительно падаешь вниз. Христову это еще предстоит уяснить, какие его годы. Юниор же фактически. Хотя всех сделает здесь. Сейчас убедимся в этом, да или нет? Тяжело. Тяжело, почти присев на колено. Мне показалось даже, что может правым коленом сейчас просто опуститься на помост. Тем не менее, обладающий колоссальным резервом физическим, очень талантливый спортсмен. Валентин Христов, наверное, снимает все вопросы о победителе. Сенсации не случилось. Ну, а мы любуемся еще раз, как тяжеловато выглядел подрыв. И вот уже здесь небольшое приседание и толчок. С двойным, даже тройным представлением правой ноги. Вес засчитан. Валентин Христов выходит на первое место. Далеко опережая всех. Игорь Боур понимает, что 304 килограмма это классно, но это всего лишь второе место будет на данный момент. 304 будет у него, у Христова 307 килограммов, 137. В первой попытке 140, как мы помним, ему в первом упражнении, как мы помним, порвать не удалось. И 170 только что. Поднимет ли второй человек 170? Молодец, Игорь Боур. Ну, в общем-то, понятно, что борьба за золото, все-таки она ведется, безусловно. 3 килограмма Игорь Боур проигрывает. Между прочим, он легче Христова на 20 граммов. Поэтому... понятно, что ему надо идти на 173 в последнем подходе и во втором упражнении в итоге 173. И таким образом будет понятно, что все в руках Валентина Христова, у которого еще две попытки, шансы Игоря Боура чисто теоретические, но они все-таки есть. Да, еще же есть и Зульфугар Сулейманов, который 170 заявлял, но в третьей попытке. Поэтому Игорь Боур, у которого седьмой номер у Сулейманова, второй все-таки раньше вышел, чем Зульфугар. У Зульфугара, напомню, первый результат после конца дисквалификации, когда он, по его собственным словам, продолжал тренироваться, выступать на местных турнирах. На Кубке Федерации после сгонки веса показал 325 на тренировках. В сумме ему удавалось, ну, опять же, даже не верю, что это правильная информация. Ну, не лично же мне Зульфугар об этом говорил, но, как сообщал сайт Sport1 News AZ, 335 килограммов мировой рекорд покорялся Сулейманову на тренировке. Так или иначе, он пребывает в хорошем настроении и добавит, ого, добавит 10 килограммов, даже больше, пропускает перевес Христова. Христову сейчас срочно надо разобраться с Игорем Боуром. По крайней мере, чтобы не было никаких соблазнов у конкурентов. Сулейманов, напомню, в отличие от Боура, которому он уступил 4 килограмма, за большую-то золотую точно не борется, но борется за медали во втором упражнении. Валентин идет на 312.
Вот это уже отличный результат, которого у Валентина Христова не было. В Лондоне, ну, не забывайте, вес-то он сменил, да. В Лондоне было 286 в весе до 56 килограммов. На чемпионате мира в Париже в этом же весе 276. Христов пишет свою историю набело. Будет ли у него сейчас 175 килограммов? Мы посмотрим во втором подходе. Кстати, худо-бедно заработал даже сайт. Вставай, вставай! Даже обновляется сам, который отвечает за онлайн. Все меняется, и даже в Албании. И обязательно зрители подтянутся. А организация, проживание спортсменов, организация тренировок, совершенно нормальный уровень. Штанг ловить надо. Поймали. Ну, в общем, звезд с неба не хватает организатора, но вот то, что сайт сейчас заработал, может, остановится даже наверняка, это уже хороший признак. Солнышко восходит. Образно выражаясь, естественно, ночь сейчас на дворе. Над этим турниром, и с третьего дня начнется настоящий чемпионат Европы. И для нас тоже, поскольку уже постоянно будут россиянки и у мужчин, и у женщин. И только в последний день мы не увидим Татьяну Каширину, которая, еще раз напомню, практически в одно и то же время со Светланой Царукаевой решилась на операцию. Куда деваться? Царукаева, кстати, заявила, что постарается восстановиться к универсиаде в Казани, которая состоится в июле 2013 года. Ну а травма мениска, с которой она, между прочим, выступала в Лондоне и завоевала серебро в категории до 63 килограммов. Операция на колени откладывалась, откладывалась. Света долго не решалась на все это. И только в середине января, наконец-то, перенесла операцию. Сейчас проходит реабилитацию. Понятно, что к апрельскому чемпионату Европы она не могла успеть. Ну, ждем Светлану в июле в Казани на универсиаде. Благо, девочка, она молодая, студентка. Это ее состязание. Ай да Боур! Какой молодец! Если бы на секунду остановить кадр, может быть, кто-то из фотографов поймал, когда Боур, закинув голову, словно посмотрел на штангу, которую ему не удалось все же вытолкнуть. Был бы классный кадр. Да, Игорь Боур молодец. 165 в первой попытке. Потом 170, не дожидаясь добрых 40 секунд до истечения времени. Так вот смело пошел на снаряд, но, видимо, сегодня Христову никто точно не помешает. Нам показывают человека, который принесет первую золотую награду Азербайджану. Так получается, что за два дня у нас самые разные страны брали медали. Дженни Пальяро для Италии. Затем Олег Сырги. Второй раз стал чемпионом Европы после 2011 года, теперь в 2013. Это Молдавия. Ну и сегодня Молдавия дала бой Азербайджану, который усилиями болгарского тяжелоатлета, но все-таки для себя, получит свое первое золото. Еще одно у Юлии Паратовой, которая выиграла весовую категорию до 53 килограммов у женщин. Тирана 2013. Что это? Это город, столица Албании, столица нашего турнира. Город, который сильно меняется. Очень сильно. Появились инвесторы, в частности, миллиардер из Кувейта, отстроил целый микрорайон в Тиране под названием город-сад. Здесь дома раскрашены в разные цвета. И, кстати, цены солидные. От 300 тысяч долларов за квартиру в новостройке, между прочим, на окраине Тираны. Сами понимаете, это очень дорого, но это Европа. Валентин Христов, таким образом, обыграв своих соперников без появления, не выйдя на третью попытку, стал чемпионом Европы, с чем мы его и поздравляем. В то же время выражу сожаление, что у нас все закончилось досрочно из-за Валентина. Его сумма 312 килограммов. Три золотых.